Всем привет! Сегодня 26 октября, Московская область, плюс 11 градусов тепла, нет ветра, нет дождя, замечательная погода, поэтому я сейчас занимаюсь бесшипой ежевикой, подготавливаю ее к зиме. У меня здесь всего лишь два куста, два сорта. Я как-то ранее в видео говорила, что я ее высаживала в этом году. Нет, я перепутала. Я высаживала в сезоне 2019 поздней весной эти два сорта. То есть эта ежевика у меня уже зимовала. Итак, первый сорт Осейдж. Заказывала в частном хозяйстве. Кустик был очень маленький, выращен по методу крапивки, но буквально он был сантиметров, может быть, 10 от силы. Вот поздней весной я его сюда высадила. И в этом году он мне уже дал ягоды. Собрали мы здесь, наверное, литровую баночку. Ну, надеюсь, на следующий год, что будет урожай уже побольше. Ягода до сих пор висит. Выглядит она вот так. Сейчас я сорву, чтобы видно было. Довольно-таки крупная, если куст не загущать. Она, видите, еще не созревшая. Если дать ей созреть на кусту, это наивкуснейшая, наисладчайшая ягода. Действительно, она и заявлена в характеристике как самая-самая сладкая ягода. Так она действительно и есть. Потому что я сравниваю с другим сортом, сейчас я о нем расскажу. И разница очень большая. Костянок практически не ощущается в этой ягоде, и действительно она сладкая, но если дать, конечно, созреть. Ягод, я сказала, что небольшое количество, всего лишь литровую баночку сняли, но это получается полноценный первый год ее жизни, да, на моем участке после зимовки. Разрослась. Вот, смотрите, ягод еще много. Она считается как среднеспелая, но вот из-за того, что все-таки я считаю, что куст молодой, она поздновато начала спеть, потому что рассада была действительно маленькая. Сорт этот очень дорогой, поэтому, чтобы его не потерять, этот сорт, я, конечно же, его размножила. Это уже рассада моя. Закладывала я в августе вот в такие горшки. Смотрите, какой куст. Вот это очень большой куст. А я покупала, вот представьте, вот одной маленькой такой веточкой. И еще маленькие, прям малюсенькие такие были, с земли шли. А это уже такой полноценный прям куст, я считаю. И вот второй куст, это тоже осейдж. Сделала два куста. В следующем году их буду высаживать. Хотела продать, но потом думаю, ну не буду я продавать, а посажу. Все для себя, потому что действительно ягода, сорт очень сладкий. Не передать словами, это надо пробовать. Так, второй сорт я подошла, это «Небеса могут подождать». Покупала здесь в Москве, в агрофирме, ездила в Москву. Покупала, сейчас я вам покажу, было вот таких, наверное, две веточки в горшке. Вот так, то есть он был побольше, кустик. Ягоду он у меня дал в этом году, так сказать, сигнально, но буквально я сняла, наверное, максимум 2 стаканчика ягоды. То есть было, ну, прям совсем-совсем немножко ягод. Смотрите уже, какой стебель толстый. Вот. По сладости, что хочу сказать. Сейчас я буду сравнивать с осейджем, конечно. Ягода с кислинкой. Довольно-таки хорошей кислинкой. И костянка ощущается. Вот. Не сказать, что ягода вообще кислая. Вкус не сбалансированный, а вот кислинка преобладает. Вот так можно сказать, наверное. Ягодка была довольно-таки крупная, но в этом году ее было мало. Так, как я высаживала ее в прошлом году, сейчас буду показывать. Я не пользуюсь минеральными удобрениями от слова совсем. Поэтому, значит, ежевику я высаживала в ограничитель. Видите, вот я делала ограничение метр на метр и углублялась, наверное, тоже метр, а может быть даже чуть больше. И все это я заполняла внутри органикой полностью. Компост, перепревший конский навоз, все, что было, все сюда я заправляла.
И подсыпала еще в этом году сюда биогумус. Биогумус, который производят мои черви-старатели. И мульчировала все лето скошенной травой. Здесь вот еще остатки есть. И полив. Все, больше ничем эту ежевику я не удобряла. По такому же принципу посажен и, конечно же, второй куст ежевики. Небеса могут подождать. Я тоже размножила. Сделала два горшка. Смотрите, какие корни. Мощная корневая система. Хотя здесь не особо много зеленых веточек. Почему-то он у меня здесь не выдал побег замещения. Вот так выглядит. Это уже у меня небеса могут подождать, но не знаю, буду я их высаживать сюда еще себе или все-таки я это продам, потому что, ну, если уж со сейджем сравнивать, я хочу размножить осейдж. Так, теперь, что буду сейчас делать? У осейджа довольно-таки мощные стебли. Ствол, смотрите, он здесь больше, ну, большой палец, а то и больше у него. Побеги, конечно, нужно пригибать. У меня здесь есть вот такие крючки. Я думаю, все такими крючками пользуются, чтобы пригибать новые побеги. Потому что дать им идти прямо и потом их укладывать на зиму, это нереально, потому что очень хрупкие стебли у ежевики. И у меня вот таким образом она, видите, ветка уже лежит. Это все новые побеги. Они не очень длинные. Вот он побег. Это осейджа. Ну, метра может быть 3 максимум он дает. И довольно-таки здесь еще мелкие. Вот вы видите, они у меня все лежат. Вот все. Вот эти более мелкие я уже, видите, отпустила. Не нагинала, поэтому я их тоже буду укладывать обязательно. Все знают, что бесшипоремонтантная ежевика, она нуждается в укрытии, по крайней мере, у нас в средней полосе. Она не зимует. Здесь небеса могут подождать. Очень длинные, тонкие у нее побеги. Ну, по метров, может быть, 8. Смотрите, здесь идут. Это просто они очень и очень длинные. Вот они. Представляете, вот так вот. Они идут и до бесконечности. Ну, по метров 8 точно они. То есть осейдж, он, по крайней мере, у меня более компактный, чем небеса могут подождать. Как видите, у меня нет шпалеры. В этом году я задумывала здесь сделать шпалеру, но не получилось. Это очень неудобно, поэтому ежевику нужно обязательно выращивать на шпалере. Удобно и для вас, и для самой ежевики. Потому что старые побеги вы со шпалеры сняли, обрезали, и все, новые у вас уже внизу лежат, да, пришпиленные. А здесь пока разберешься, что откуда. Это усложняет задачу, да, по уходу за ежевикой. Поэтому на следующий год, ранней весной, обязательно здесь будет шпалера, тем более я еще буду сюда досаживать два куста осейджа. Буду сюда один куст осейджа у меня уйдет и сюда. Почему, забыла сказать, почему я ограничиваю пространство для ежевики, то есть делаю ей такие бортики. Во-первых, у меня очень много кротов на участке, очень много. И они перекапывают просто. Здесь такие бугры они накапывают и повреждают заодно и корневую систему. Образуются вот эти дыры, корни подвисают в пространстве, и ежевика себя плохо чувствует. Поэтому я вкапывала здесь ограничитель. Вот она земляника, у меня там вкапана сетка от кротов, потому что не было сетки. И здесь были просто одни холмы на этой клубнике. Просто клубнику можно было кус взять и вытащить, потому что он висел в воздухе. Поэтому здесь есть ограничитель. И также два куста осейджа я буду высаживать по такому же принципу. Теперь моя задача сейчас обрезать все старые ветки. Старые ветки я имею в виду отплодоносившиеся. Отплодоносившие в этом году. Вот. Она уже срезана, ветка с ягодами. Вот как раз такие веточки я все буду вырезать.
хорошо, что их видно. Вот, где были ягодки, их видно, эти веточки, я их буду полностью вырезать. Останутся у меня только приросты этого года, потому что ежевика плодоносит на приростах этого прошлогоднего, прошлого года. То есть ветки этого года останутся на следующий год, вот на них как раз и будут ягоды. Когда делала рассаду ежевики, то веточки я использовала этого года, то есть молодые, не эти старые, на которых будут ягодки, а именно новый прирост. Итак, сейчас буду разбирать эти заросли и вырезать вот такие ветки. Ягод много, буду их все равно вырезать, потому что сегодня уже 26 октября, тянуть нет смысла, она так уж и не вызреет так быстро, да, и сладости, какая бы ни была бы сладкая ягода, она уже не наберет. Поэтому ежевикой занимаюсь, у меня еще малина плодоносит вовсю, вчера сняли литровую банку ягоды, поэтому нужно постепенно-постепенно готовиться к зиме. Сейчас я покажу эту огромную ветку, которую уже отплодоносила. Вот здесь она начинается, разветвление. Вот, видите, сколько их? И они все плодоносили. Вот с ягодами. Вот это полностью, разгребая до земли, я буду вырезать, не оставляя никаких пеньков. После того, как вырезала лишние ветки, стал хорошо виден приствольный круг. Вот он, ограничитель. И я говорила о кротах. Кротячий холмик, он сейчас просто рассыпался. Так они роют по периметру здесь, но сюда не заходят. И это очень хорошо. После обрезки у меня осталось 3 стебля, довольно-таки мощные. Вот он, раз. Вот он, второй. Это третий. Вот как раз на этих веточках в следующем году у меня будут ягоды. Они уже приняли лежачее положение. Видите, вот здесь я пришпиливала. Шпильки я сейчас просто убрала, чтобы мне удобнее было с ней работать. Итак, ежевику я уже уложила. Веточки по направлению друг к другу. Это для того, чтобы было удобно ее уже накрывать на зиму. И пришпилила ветки. Но делаю я это, прижимаю их не близко к земле, оставляю такое воздушное пространство. Листву на зиму я не снимаю. Она у меня вот так, таким образом с листвой уходит в зиму. Это было в прошлом году, и также я делаю и в этом году. Длину плетей я тоже не укорачиваю. Вот как она есть, там 7 метров у небеса могут подождать, так я их оставляю. Лучше я обрежу и это сделаю по весне, потому что ежевика без шипа, она у нас в средней полосе нестабильна, поэтому всю такую глобальную обрезку я буду делать весной. Осенью же я просто вырезаю от плодоносившие побеги. Все. Таким образом, она у меня сейчас будет находиться до устойчивых заморозков. Тогда я ее накрою. Я ее уже так накрывала вон белым материалом. Был небольшой минус. Я просто накинула материал и все. Когда уже увижу минус, накрою сначала просто укрывным 60-кой в 2 слоя. А уже когда будут конкретные заморозки, я еще прикрываю сверху клеенкой. Еще не сказала такой важный момент, что когда я начинаю укрывать ежевику, то материал двойной агроспан 60-ка я накидываю не на сами плети ежевики, а на вот эти дуги. Здесь дуги у меня на высоте примерно, ну, в сантиметров, наверное, 30, и я материал накидываю на дуги, а потом также поверх накидываю клеенку. Вот такое у меня укрытие. Приствольные круги я замульчировала перепревшим конским навозом. Здесь довольно-таки его много, по ведру на каждый куст.
Так, и последнее, что я сегодня сделаю, это обработаю препаратом Хорус. Здесь 1 грамм я развожу на 3-5 литров и обработаю по листве. Также я поступлю и с рассадой. Тоже обработаю. И эти горшки я прикопаю в теплице. Они будут вкопаны. Так они у меня перезимуют, а уже весной я буду высаживать сюда, когда будут шпалеры. Ну и так далее. Будет подготовлено место. Все, в принципе, у меня ежевика готова к зиме. Я же говорю, когда будут уже заморозки, я накрою укрытием. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока.